пошел в детский парк кататься на качелях, на каруселях, кататься на горке. Пойдем быстрее в парк. Конечно, Оля, подожди, я принесу твою шапочку, курточку и сапожки. Ведь на улице уже осень, стало прохладно. Ну ладно, подожду. Ну вот, я уже вернулась. Смотри, сейчас наденем на тебя эту шапочку, красивые сапожки и желтую курточку. А потом пойдем гулять, хорошо? Угу, хорошо. Ой, малышка, да ты же заболела. Посмотри, какие у тебя сопли. Нет, в таком состоянии ты не можешь идти гулять. Но, мамочка! Никаких «но», Оленька, сегодня ты точно останешься дома. А дальше посмотрим. Сейчас я вытру твой нос салфеткой. Вот так уберем все зеленые сопли. А теперь закапаем его специальными детскими капельками. По две в каждую ноздрю. А сейчас уберем твои игрушки, малышка, и постелим тебе кроватку. Вот твоя мягкая подушечка и розовое одеяльце. Ложись быстрее сюда, отдыхай. Сейчас я принесу тебе витаминку, а потом почитаю книжку. Витаминку! Она такая вкусная! Хоть бы мама забыла здесь свою баночку! А вот и я, Оленька. Нужно съесть одну сладенькую, вкусненькую витаминку. Сейчас посмотрим, какой зверек тебе попадется. В этот раз тебе достался желтый слоник. Открывай свой ротик. Да, я знаю, ты их просто обожаешь. Ой, я тебе обещала почитать книжку. Подожди немножко, я схожу за твоей любимой детской книжкой с рисунками. Ура! Мама оставила здесь свою баночку с витаминками. И она забыла ее закрыть. Ням-ням-ням-ням-ням. Какой вкусный розовый лев. А сейчас мне попалась фиолетовая кошечка. А на этот раз розовый бегемотик. Ой, что-то мне больше не хочется кушать витаминки. Похоже, я наелась. Оленька, а вот и я принесла твою любимую детскую книжку. Ой, а что это с тобой? Неужели у тебя не насморк, а ветрянка? Малышка, как же тебя высыпало? Похоже, нам сегодня придется срочно ехать к врачу. К врачу? Да, только вот странно, почему-то у тебя нет температуры. Ой, подожди-ка, а что это ты тут делала без меня? Неужели лопала витамины? Мамочка, прости, они были такие вкусные, что я не смогла удержаться и съела еще целых 4 штуки. Ай-яй-яй-яй-яй, Оля-Оля, ну вот, теперь у тебя не только насморк, но и аллергия. Ох, ни на минуту нельзя оставить одну. Я больше так не буду. Обещаю. Хорошо, малышка, я тебе верю, но впредь буду прятать от тебя витаминки подальше. Друзья, вот что сегодня произошло с моей маленькой сладкоежкой Олей. Понравилось видео? Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и смотрите наши другие видеоролики с куклами и пупсиками. Пока!